Всем привет! И сегодня на канале «В стране чудес» будет очередной обзор бижутерии с сайта AliExpress. По традиции начинаю с не очень приятных вещей. Приехали вот такие сережки, стоили они не очень дорого, что-то в 50 с чем-то рублей, по-моему, они стоили. Очень не понравилось их покрытие. Оно все, вот посмотрите, какое-то неровное, все такое фу-фу-фу. У сережек так называемый цыганский замок. Вот таким вот образом он выглядит. В целом, сережечки цирконистые. Замочки все работают хорошо. За эти деньги в целом, в принципе, ну, хорошо, хорошо держат. В целом, ничего, так скажем, сережки за эти деньги. Но я бы еще одну пару таких сережек ни за что бы не купила. У них очень интересный там сзади, вот так вот, вроде как красиво сделано. Но, тем не менее, не. Вторую пару таких сережек я бы брать не стала. В принципе, как говорится, поносились бы, сколько проносились. Если почернеют, позеленеют, сразу камни на запчасти, фурнитуру в помойку. То есть, посмотрим, как они полежат. Носить пока что я их не собираюсь, потому что мне и так есть что носить. Ну, посмотрим. Если будут лежать и будут себя вести хорошо, то хорошо. Шиворот на выворот. Может, что-то тут у меня не так. Но в целом, конечно, за эту цену нормально. Но мне говорю, я бы вторую пару не взяла. Не взяла бы вторую пару таких сережек. Далее у меня будет еще одно расстройство с AliExpress. Вот такая с виду обалденная, шикарная брошка от Блюком. Вот так вот положу. Вот вроде бы она красавица. У него представлена она в двух цветах. Сейчас думаю, что надо было брать красную, потому что брала эту брошку исключительно под пальто. Брошка тяжелая. Ну и теперь обо всех косяках этой брошки. Обратите внимание на вот это все устройство. Вот вы можете себе представить, да, вот такую бандуру вот с таким вот крошечным замочком. Тут есть бейлы, то есть это брошь кулон. Все остальное сделано ужасно. Вот это все, вот этот металл, вот он такой противный на ощупь, он такой прям шершавый, уж аж передергивает. Вот это все такое убогое. Сколько здесь клея поналито, посмотрите. Вот тут, вот там внутри клей, то есть попадает вот на этот камень. Вот этот камень вообще разочаровал. Ну, очень надеялась, что это все-таки будет хотя бы стекло. Нет, это пластик, то есть, грубо говоря, если сказать красиво, ювелирная смола. Но, в общем, вот эта брошка от Блюком меня разочаровала очень сильно. Мало того, что клея поналито, сам металл ужасный, убогий. Она и так уже серая, и я предполагаю, что со временем она очень быстро станет не просто серая, а прям черная-черная. То есть, это, девочки, деньги на ветер. Сразу занижу оценку, больше 3 звезд вот за эту брошь я не поставлю. Она не стоит этих денег нисколько. Ей 50 рублей красная цена в базарный день. Ну и теперь давайте все-таки перейдем ближе к чему-то более-менее. Более-менее приехали клипсы. Очень многие спрашивали, есть ли клипсы на AliExpress. Вот они есть, клипсы. Причем хорошенькие клипсы. Хорошенькие застежечки. Вот эти вот беленькие такие силиконовые подушечки облегчают, чтобы не было какого-то лишнего давления на ушки. На ушках сережечки эти сидят хорошо. Легенькие, уши не давят. Подойдут даже для детских ушек, как я уже сказала, потому что не давят. Не давят. И я подозреваю, что все-таки вот эти камушки, хотя вроде бы они и блестят, может быть и циркончики кубические, ну, может быть и стекляшечки. Но в целом блестят даже очень. Пробовала царапать. Сначала подумала, вообще какой-то пластик. Потом нет, царапать не царапается. Ну, опять же, стоят они не так, чтобы уж очень много сильно. В целом неплохо. Опять же, можно выбрать цвет этих клипсов. Там есть синенькие, зелененькие, какие хотите. Далее вот такое вот колечко. Взяла с желтыми циркончиками. Колечко цирконистое, размер совпадает. Опять же, можно выбрать цвет камней. Но мне не понравилось, как между пальцами мешает.
мешает, неудобно. Если кому-то очень важно, на кольце есть клеймо 925, но я подозреваю, что вот уже как бы по внешним данным, что это все-таки девочки. Если это серебро, то это посеребрение. То есть вот в этом колечке все-таки внутри, по моим ощущениям, все-таки медяха либо латунька. Ну, оно и стоит 90 рублей. Красная цена в базарный день. То есть она больших денег это колечко, собственно, и не стоит. Как я уже сказала, я взяла желтенькое. Девочки, кому интересно, сейчас эти клипсы сниму. Вот эта вот подставочка я купила на AliExpress. Ссылочку оставлю, если кому-то надо. Вот это вот я делала сама из коробки от Ксупинга. Вот, я потом как-нибудь попозже сниму, как вот такую коробочку сделать самостоятельно. В принципе, делается это легко, но я до кучи заказала еще вот такую вот с AliExpress. Очень хорошая, здесь все так прям плотненько встает, ну, вот просто видите, если сама делаешь, вот сколько всего можно напихать. А если с AliExpress чуть побольше, а промежутков, куда что-то вставить, меньше. Поэтому иногда лучше сделать что-то самой, своими руками. Ну и вот теперь мы переходим к чему-то более замечательному и прекрасному. И начну я более прекрасное и замечательное вот с этого вот браслета, который очень много ждут. Ну что же. Носила я браслет больше месяца. Проявил он себя хорошо, но есть все-таки но. О том, что это золото, многие даже не сомневались. Это ж, во-первых, сами звенья сделаны прекрасно. Но я теперь даже не знаю, как вам показать это но. Как-то надо показывать. Вот здесь. Вот еще тени все портят. Есть два звена, которые посерели. Вот такого прям блеска они сильно не потеряли, но они такие, знаете, стали такие черно-серые. И вот здесь одно звено. То есть такие вот две палочки. Все остальное сохранилось прекрасно и замечательно. Я просто сейчас не знаю. Вот видно вам на камеру, что здесь есть такие как бы почернения, посерения вот этих вот звеньев? Или нет? Это я уж потом увижу, когда буду редактировать. Видно вам было или нет? Но сам факт, что вот есть несколько звеньев, которые, скажем так, дали течь. Вот здесь и вот здесь. Это сразу видно на изнанке. И я заказала точно такой же браслет с другим замком. Если кому-то хочется замаскироваться под золото, да, бижутерии с AliExpress, девочки, не покупайте такой браслет. Он дешевле стоит вот с таким вот замком. Ну, я как бы для испытаний взяла. Вот этот вот замок, он сразу выдает то, что это не золото. У золота таких замков не бывает. К счастью. Я взяла сейчас другой браслет, который подороже, с карабином. Он, думаю, может быть, послужит дольше. Буду его тоже испытывать, буду носить долго, посмотрим. В общем, в целом вот так. То есть браслет вроде бы хорош, при том, что подвергался он ужасным испытаниям. Я, вы видели, в нем и кушать готовила, и носила, не снимала больше месяца. И вот только три звена дали сбой. А весь остальной браслет выглядит прекрасно и замечательно. И был куплен всего там за 100 с какими-то там рублями. Поэтому заказала подороже, который 200, там что-то 60 стоит. Будем испытывать его. И вот теперь переходим к самому прекрасному в сегодняшнем обзоре. Приехала вот такая вот классная брошечка ананасик. Цирконистая. Очень интересно сделан вот этот хвостик ананаса. То есть он не прямой, а он вот такой вот. Ну, моя любимая имитация жемчуга с перламутром, с радужным. Замочек, опять же, мой любимый. Все здесь прекрасно и все замечательно. Ехал ананасик очень долго. Девочки, я думаю, что заметили. Приехали мне салфеточки для того, чтобы протирать бижутерочку, ювелирочку. Вот эти салфеточки мы брали оптом, там была цена, что-то если 10 штук берешь, что-то вот за 1 доллар, по-моему, вышло 10 штук. У меня еще заказаны подобные салфеточки, 100 штук, упаковка приедет, я тоже покажу, на эти сегодня ссылочку оставлю. Все прекрасно и все замечательно, все можно протирать, и все прекрасно, и можно даже просто даже хранить, вот если кому-то хочется, можно вот так вот заворачивать. Поэтому, собственно, я заказала
там вот этот вот самый набор по 100 штук. Ну, вот не знаю, как там с размером будет. Вот этот размерчик мне нравится. Очень такой достаточно хороший размерчик. Это вот опять же я куда-то уже засунула от Dream Карнавала салфеточку. Переходим плавно к Dream Карнавалу. От Dream Карнавала пришел вот такой роскошный, просто бомбический браслет. Шикарный. Невероятно шикарный браслет. Мне ужасно понравились вот эти звенья. Все отполированные. И какой здесь шикарный замок. К величайшему сожалению, на сегодняшний день, 2 октября 2018 года, данный товар отсутствует в магазине у продавца. Но это Dream Карнавал. И я надеюсь, что этот браслет в скором будущем появится. Брался он с купоном, с какой-то невероятной скидкой за 111 рублей. Ехал, девчонки, очень долго, но приехал. Сейчас последнее время Dream Карнавал что-то начинает сдавать позиции. Раньше все посылки отслеживались. Теперь посылает, как я называю, голубиной почтой, к сожалению. А так браслет, конечно, просто шикарен. Сейчас покажу, как замочек расстегивается. Вот, но тем не менее, Dream Карнавал. Ой, аж что-то прям страшно, думаю, уже одевала я его, даже носила этот браслет один денечек. Но при этом Dream Карнавал высылает все. То есть упаковка у него идет не пакетик, а коробочка. Посмотрите, какая прелесть. Коробочка обязательно присылает инструкцию, как ухаживать за бижутерией, и всегда присылает такую серенькую салфеточку с названием своего магазина. Вот такая няшность от Dream Карнавала. Классный. Ну и самое сладкое сегодня будет все-таки от Брюкома. Несмотря что, на то, что расстроили меня вот этой брошью. Самое сладкое, девчонки. Ой, вы сейчас умрете. Кто, конечно, у меня в группе ВКонтакте, тот уже, может быть, тоже получил эту прелесть. Но вы сейчас просто обомлеете. Вау! Посмотрите, какие мне прилетели ласточки от Блюкома. Это ж просто что-то с чем-то. Это, девчонки, просто шедевры. Я не смогла устоять, чтобы выбрать, какую взять, какую не взять. Я их сразу обеих взяла, потому что одна краше другой. Одна по-своему, то есть хороша, обалденная. Вот посмотрите, как все сделано. Все-все прокрашено. Вот здесь внизу, вот даже эмаль, она аж перламутровая. Все крылышки, все прокрашено идеально. А какая здесь изнанка? И это броши, кулоны, вот бейлики. Посмотрите, какая здесь просто зеркальная изнанка. Качество изумительное, девчонки. Изумительное. Заляпала уже руками. Качество у броши изумительное. Сегодня на них есть скидка. Что-то там 120 с чем-то рублей. Плюс, смотрите, у Блюкома всегда бывают купоны. Либо в мобильном приложении, либо в самом магазине бывают купоны. И очень многие вещи можно купить с офигенной скидкой. Ну, это вообще... Ласточки шикарные. Они не тяжелые. Они весьма такие хорошенькие. Ну, просто вообще невероятные брошки. Конечно, у Вилли Бэбика, да, ласточки хорошие. Но вот эти... Это что-то. Прям, я не знаю, я вам сейчас еще дам полюбоваться поближе. Я сама еще на них налюбоваться не успела. Замочки все здесь барашки. Но пружинистые. Сейчас дам полюбоваться. Прям, не знаю, как их так вот... До чего же они хороши. Вообще классно. Обалденные ласточки, девчонки. Ласточки это нечто. Поэтому сегодня они на сладкое. У меня сегодня даже, видите, как говорится, не цирконистая на сладкое, а вот эмаль на сладкое сегодня. Обалдеть. Вот это у меня сегодня вот самое сладкое. Вот браслет от Dream Карнавала. Ананасик и ласточки. Это самое, прям самое-самое. Остальное все так, в принципе, неплохо. Ну, в принципе, браслетик вот этот, если бы не сдал позиции тремя звеньями, тоже попал бы
в победители, но, увы и ах. Собственно, на этом сегодня буду с вами прощаться. Все ссылочки есть внизу в описании в инфобоксе под видео. Не забывайте писать комментарии, ставить лайки и грозные дизлайки. Всем удачных покупок, мира и добра, и пока-пока! Thank you.